Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Осторожно, мины. Сегодня десятки организаций и учреждений Беларуси получили сообщение о минировании. На места прибыли экстренные службы. Не остался в стороне и Гомель. У нас заминировали налоговую Гомельского района, пишут «Сильные новости». Сообщения об опасности не подтвердились. С июля школьники обязаны оплачивать проезд в общественном транспорте. Гомельские активисты решили повлиять на ситуацию и создали петицию. В ней говорится, что дети до 14 лет не могут работать даже летом, а поэтому ноша расходов лежит только на родителях. Подписать петицию можно на Petitions by. Туроператор из Мозыря неплохо нагрелась на своих клиентах. Она находила желающих отдохнуть, подбирала им туры, брала с них налик, а после отменяла бронь, а деньги оставляла себе. Более того, за счет клиентов она даже умудрилась летать за границу. Обманутыми оказались как минимум двух десятков человек. Возбуждено уголовное дело.